Привет, ты на канале VUYAP Music, меня зовут Саша Вустайл. Всем привет, меня зовут Кристина. Вы просили Кристину, я вернул ее. И сейчас у нас опять новый формат, мы сейчас проведем реакцию в чат рулетки. А как это будет? Смотрите, думаю, будет интересно. Поехали. Здорово. Привет. Как дела? Don't you know English? No, 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 speak English. Sorry, bro. Казахстан. Казахстан. Merhaba kardeşim, nasılsın? What? I'm Russian. Russian, but you're from Kazakhstan. Yeah, Russian. Russian, okay. Russian in Kazakhstan. I'm blogger. Yeah, blogger. Yeah, reaction. Reaction. You're recording that? Yeah. Really? Yeah. Okay, then I can play music. Oh, это классно. Nice. Инструмент, name, инструмент. It's oud. 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 Oh, nice. Okay. Yes, look now. Yes. You look. Your reaction. Yeah? Okay. Забавный чувак. Учи английский. How do you like the track? Nice. The aggressivity, aggression in clip is good, and also the angles, camera angles are so good. It's well prepared, I think. Subscriber now. Yes, 1-3 day later. Okay, after editing, right? You nice guy, respect. Yeah, nice to meet you. What's your names? Alexander. Kristina. You? Chris. Mujahid. Me too. Как? Mujahid. Mujahid? Nice. Thank you, bro. Thank you so much. Nice. Really fun. Bye-bye. Bye. Вот это видос, да? Не. Уйбы. Махаться будешь? До смерти, до крови. До крови, а? Пока смерть не разлучит. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Саш, что делаешь? Сижу вот с девушкой со своей.
Это кто? Здравствуйте, а это ваша девушка, да? Да. Да. Как тебя зовут? Привет. Что? Как зовут тебя? Че это было, Саша? Может, имя у меня написано, блядь, где-то. Я через ВКонтакте же зашел, ёпта. Ты просто такой сразу тему перекинул и затупил такой, типа... Да, это хуйня какая-то, я не знаю. Так. Чё, мы снимаем дальше, нет? Давай. Глупый вопрос не задавай, она увидела имя. Там же не показано, как его зовут. Не знаю, может, где-то показано. Может, она меня узнала, я хуй знаю. Я ее впервые вижу. Слезали. Страсти в чат-рулетке поругались, но... Баба какая-то узнала меня, видимо. Привет, малой. Там два малых, да? Я чувствую, здесь мы ничего нормального не снимем. О, малейкум ассалам. Как дела, пацаны? Ты свою девушку за 100 долларов продашь? Ебать, ты шутник. Нет, реально. А ты знаешь, что ты на YouTube попадешь? Не понял. Ты на YouTube попадешь. Ебучка твоя попадет на YouTube. И ты гандон. Алло, Дарус. Получится отснимать. Я ж не в твое ничего. Добрый вечер. Добрый вечер. Как оно? Все хорошо. А ты можешь камеру поправить? Да, нормально. Да, нормально. Как тебя зовут? Лёва. Лёва, очень приятно. Меня Саша зовут. Ты не хочешь случайно в YouTube-канале засветиться у меня? Да хуй знает. Как YouTube-канал хочет? Вообще изи, да? Way Up Music называется. У меня не так много подписчиков, но я вот сейчас активно над этим работаю. Видно? Подожди, у тебя... Экран. Блин, ты напиши, ты на английском троллер, ты чё ебу ему? Да я ебу, как он пишется, блядь, я английский троллер. Прикольный. Товар, чё там? Вот, блядь, придурок. А, нашёл. Хоккеем занимаемся. А, вы хоккеисты? Красава, красава. Молодцы. Блядь, сок недавно на него разбил. А чё там с динамиком что-то не так? Ну клип так себе. Чё за мужик, кто такой? Ты кто такой? Поймал какого-то там, что-то там, блядь. Миллион крутится. Бабка поёт какая, блядь. Ну нахуй, я домой, блядь. Пальцами машет, что-то ебать, он для террорист ебать. А вы вообще знаете этого рэпера? Слушали его? А? Что? Вы знаете этого рэпера? Слушали когда-то? Нет. Первый раз слушаете, да? Да, да. Скриптонита знаете? А? Скриптонита знаете? Да. Я знаю песню. Катюха, слышь, поехали курить гашиш. Заткнись нахуй, ты в гашиш уйдешь. Ладно, пацаны, вы веселые, красавчики. Давайте это, на связи, увидимся. Нам попался очень интересный человек. Вот просто мы сразу начали в чат-рулетку, зашли вернее, и нам попался сразу классный человек. Американец, правда, американец, мы не поняли, да. Как его зовут до конца. Да. Вот, но он на нас подписался.
У него еще инструмент вот этот прикольный, он на нем играет еще этот. Оут называется. Оут, да. И он прям подыгрывал под Трубера. Ну, то есть они все это видели, ты им пересказываешь сейчас. Ну да. Это моя эмоция. Он классный. Вот. Такой, в общем, формат, друзья. Как вам такой формат? Интересен? Нет? Мне, если честно, понравилось больше общаться с американцами. Вот какие-то они прикольные, знаешь. А вот русскоязычные наши какие-то... Ну, зажатые немножко просто. Зажатые, грубые какие-то. Ну, с америкосами приятнее. Хоть мы и язык не понимаем, ну и говорим кое-как, вы сами это видели. Да дело не в том, что приятно. У них просто такой менталитет, они все радушные. Им нужно... Постоянно позитив у них. Да и мы должны быть такими. Почему? Да, и мы должны быть такими. Почему мы все злые? Потому что у нас черный снег за окном. Черный снег за окном у нас. Потому что черный снег. В общем, какая-то такая реакция у нас получилась. Если вам нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Меня зовут Саша Вудстайл. Меня зовут Кристина. Салам алейкум. Всем пока.